бились до 170 со всеми комиссиями, будет $200. А такой юнит странный, что ничего не видно. Есть бин, он еще криво фотка перевернутая. Есть бин вот синенький, есть черные какие-то ящики. Черные ящики нас заинтересовали. Здесь какая-то то ли кофеварка, то ли воду наливать, фиг знает. Но сзади такие странные ящики, очень странные, не похожие на багаж. Какое-то профессиональное оборудование, аппаратура, неизвестно. Пойдемте заберем его и посмотрим, что там есть. Сейчас, а то там буду выдавать. Я, ребят, не знаю, что она говорит, что с ней не так. Эй, что с тобой не так? Где шоколадка? Шоколадка. А юнит разве... 02 на 22 20 022. Юнит разберешь, дам тебе шоколадку. Дверь. Окей. Все, пришли на юнит, сейчас будем разбирать. Тут у нас уже кто-то что-то разбирает. Вот наш юнит небольшой. Сейчас мы, наверное, все за угол отвезем, чтобы не мешаться. И там вам покажем, что мы нашли. Вот, кстати, dehumidifier, да? Нет, это AC. Кондиционер. Это AC? Угу. Ну, кондиционер классный. Что у нас здесь? Здесь пусто, какая-то коробка. Много. О, а здесь новый сабвуфер. Называется 10 инчи Deluxe Power Q. Так, за угол отвезем. Кстати, ребята, хотите прикол? Видите вот этот юнит? Это мой юнит. Я здесь продаю. Купили прямо здесь. Так, вот почему мы купили их из-за вот этих кейсов? Не знаю, да, может что-то интересное. Они на колесах, да? Да, они на колесах. А, мы так их и возьмем на колеса. О, здесь круглый еще стол есть. Классно. Тяжелые кейсы, кстати. Еще второй найду. Принесу, и мы начнем смотреть, что в этих кейсах. Только ради них купили. Ну, стол есть. Еще тут стол круглый есть, пластиковый. О, еще один? Да, возьми его. Давай стол. Вот это классный стол. А вот это пустой кейс. Но очень непростые кейсы. А вот твой был не пустой? Нет, он не пустой. Все. Там пусто? Пусто, да. Все, разобрали. Пойдем. Стол, кстати, очень такой, знаешь? Крепкий. Крепкий. Его в офис можно. Смотри. Да у нас уже некуда. Рядом, где фотографировать, можно поставить. Он может быть больше. Ну да. И может быть меньше. Удобный стол. Я хочу посмотреть, что в твоем. О, это пол. Да ладно. Это все пол. Подожди, как это называется? Ай. Кратна. Это как ковролин такой пол, и он собирается как пазлы. Ну, он должен продаться. Купили мы этот юнит за $200. Всем привет, друзья! Это Павел Вайс. Сегодня очередной влог. Надеюсь, он вам понравится. Много интересного и грустного произошло. Грустного немного, но произошло. И я хочу вам об этом сегодня рассказать. Обещаю, будет сегодня интересно. Много работы по шапу. Погнали! Первое, что хочу рассказать, наверное, кто следит за нашим инстаграмом, он уже в курсе, что произошло. Я разбил свой трак. Да, но не полностью. Так как вы уже, наверное, прочитали в заголовке, произошло, ну я бы не сказал несчастье, но неудача небольшая. Короче, загружал контейнер пару дней назад и закидывал туда все, чтобы продать, избавиться от хлама, ну не хлама, ну от того, что у нас валяется посредине юнита, и мы не знаем, как бы, ну и нет времени это сделать. Короче, не буду долго мучить вас этим предисловием, закидываю туда, короче, лыжи. Закинул лыжи в кузов и чуть выше, чем надо. Закинул их в окно, в заднее окно трака, и оно просто взорвалось. Стекла были везде. Слава богу, я был не близко к этому траку. Вот и посмотрите, что я учудил. Ну, не видно, что учудил, потому что я уже все стекло повытаскивал и взял два мусорных пакета и заклеил клейкой лентой, чтобы ветер и дождь не попадали. Но вот такой новый трак. 21 года трак. Еще, можно сказать, не обкатанный, но уже стекло выбил. Это не самое страшное. Самое страшное — это цена, сколько его поменять. Обзвонил всех. Все сервисы. Обзвонил все магазины, где что купить. И дешевле, чем $1000, просто невозможно найти ничего. Страховка, конечно, покрывает. Но есть дедактабл. Дедактабл, я вам объясню, когда у вас есть страховка там на машину, на дом, и что-то случается, вы звоните в страховку, и у вас есть ваша порция, которую вы должны сначала заплатить, а потом уже страховка покрывает. К примеру, если вот, например, крышу вы меняете, у вас дедактабл 2500. Вы должны $2500 сначала отдать, а потом страховка вам уже докидывает. Например, страховка вам за крышу дает 15 тысяч. Вы даете 2,5, они дают 12,5.
Вот так получается дедактабл. Я позвонил страховку на машину, они сказали, да, мы стекло поменяем, но твой дедактабл $1000. Я говорю, блин, да и стекло столько же стоит. Они говорят, значит, получается, ты сам из кармана будешь и платить за свое стекло. Вот, ну вот так получилось, буду платить сам. Я уже нашел компанию, они завтра приезжают, будут полностью чистить салон, ну я уже почистил вчера. И, ну вот, новое стекло мне поставят. Будет мне урок не кидать лыжи. И кто-то написал в комментариях, ну, Паша, как всегда, ты как все время все бросаешь, швыряешь, тебе карма. Мне понравился один комментарий, кто-то мне сказал карма. То есть карма переживает за вещи, и она наказывает за это людей. Наверное, вот такая карма у этих комментаторов. Вот, ну, бывает, с кем не бывает. Не только же у меня, бывает и у других, наверное, людей. А может, только у меня, а может, только я на этой земле косячу и на деньги попадаю, да? Нет? Не думаю. Неудача бывает со всеми. Рассказал, что у меня с траком. А сегодня, чтобы покрыть эти расходы непредвиденные, мы будем выставлять на продажу товар, продавать его, делать бабки и, ну, все такое, наверное. Давайте, погнали. Из прошлого контейнера нашел такой чемоданчик. Кстати, да, я тут прибрался. Лучше, да? Ну, мы нашли чемоданчик, там ничего не было. Но мы в этот чемоданчик сложили интересные вещи, которые надо, просто необходимо выставить на продажу. Во! Классный, классный джойстик от Xbox. Последнего Xbox. Может, свет врубим? О, красота. Блин, что-то он белым, белое на белом. Кто звонит? Мама, жена. Одному подписчику мы отправили приз, и почему-то он вернулся. Надо посмотреть, почему. Так, вот на черном фоне этот джойстик выглядит просто шикарно. А что он такой мутный? О, так лучше. Dream Gear. Я думаю, долларов за 40 такой джойстик уйдет. Xbox One. Ну, джойстик новый. Новый джойстик, это хорошо. У меня здесь бин уже готовый. Так, еще нашел Nike. Неплохие Nike, в хорошем, в идеальном состоянии. Кто-то их почти не носил. Называется Torch 3. Вот так красивее, да? Думаю, долларов 50, насколько я помню. Подошву надо показать, Max Air. Потому что по подошве видно, сколько их убивали или нет. А, да, и размер. Какой же там был размер? Все. Ну, провода я не буду выставлять. Здесь... А что это? Ага. Зелье. Не, зелье мы не потребляем. Уи! Здесь еще были очень дорогие Jimmy Bagama штаны новые, которые каждый написаны $129. Так что мы сейчас будем их выставлять. А как? Не знаю. Наверное, вот так. 38. На меня большие. Но хорошие штаны. Их фирма хорошая. 129 за штаны, это уже считается в Америке хорошие штаны, фирмовые и не дешевые. Потому что можно в Walmart купить штаны за $10, даже дешевле. Вот еще одни Jimmy Bagama, тоже 129. Класс, такие белые, чисто флоридские штанишки. Мужик такой пойдет гулять по пляжу в этих штанах. Довольный будет. Да без арбузия. Так, перчатки Under Armour. Новые. Цены нет. А размер есть? Да. Extra large. Первый пошел. И еще есть хорошие перчатки. Называются Burton. Ну или по-английски Barton. Gore-Tex. Тоже вроде новые. И размер у нас будет large. Шорты. Jimmy Bagama за $99. Представляете, шорты просто за $99. Нормальная такая цена. Я не знал, что такая фирма. Я слышал об этой фирме, но не знал, чтобы они были такие дорогие. Но я, конечно, за 99 не буду выставлять, я вот долларов 40 выставлю. Ну, 50. Посмотрим, как пойдет. Ну, новые. 36 размер. И у нас еще есть штаны. Нет, это шорты тоже. Классно. Был бы мой размер, я бы носил. Че нет? Новые же. Надо, может быть, было и те карманы сзади сфотографировать. Ну, ладно, спросят, сфотографирую. Эти перчатки я хотел выставить, а потом думаю, мне надо. Я буду на велосипеде гонять. Пойдемте быстренько по бырику выставим и дальше. Костюмчик запаковал. Сейчас еще продалась Solar панелька. Долго она у нас стояла, не хотела продаваться, но продалась. Проблема, знаете в чем? Она в W2, а у нас... О, что ты, блин, вот, вот она. Что-то я долго их... Рано начал паниковать. Знаете, что такое? Ну да, вы знаете. Вот, ее вот так ставите, она заряжается. И потом вы с нее можете заряжать телефончики. Мы сейчас ее хорошо запакуем. Ребята, такое тут произошло. Классная вещь произошла. Я так никогда не делал, но вот решил вам рассказать. Я все-таки это сделал. Вот после того, когда я стекло себе в машине
разбил. Настроение было не очень, конечно, $1000 отдавать просто так из-за того, что я по неосторожности расфигачил стекло. И я взял, психанул и с полочек вот здесь в офисе, вон там, пособирал хорошую ювелирку, которую выставил уже давным-давно на продажу на eBay. И одна из них, даже там кулончик, кто помнит, кто смотрел наш канал, ну, долго смотрит, там есть кулончик, который стоит 2500. Ну, две он у нас стоит. Правда, долго он не продается, наверное, потому что очень дорогой, не каждый хочет выкидывать. Ну, не выкидывать, а тратить столько денег. Вот, и этот кулончик у нас уже стоит, уже, наверное, год. Ну, вот я взял этот кулончик, потому что у нас еще есть сертификат, мы ходили, его оценивали. Его, кстати, оценили, этот кулончик с бриллиантом, 4500, профессионал оценил. Я его решил в контейнер. Вот взять стол, накрыть только дорогими вещами стол и бросить его в контейнер, этот кулончик, и еще там часы какие-то, бижутерию просто там порассыпал везде. И думал, если вот он за 2500 уйдет, покроет кулончик, ну и то, что я там... Короче, всего я оценил в этом юнити на 2500. И думал, если 2500 он уйдет, я буду очень рад, заплачу за окно, и деньги как бы появятся еще побольше. Выставил его на продажу позавчера. На 2 дня. Ну, когда разбил, сразу выставил. Так переживал. Сидел, смотрел. Мы с Женей следили за этим аукционом. И он продался. Продался аукцион. Я его не отменял. Я решил его продать. За сколько уйдет? За столько уйдет. Как вы думаете, за сколько он продался? Я даже покажу, я не буду скрывать. Мне скрывать от вас, ребята, нечего. Так, вот в проданные аукционы идем. И вот он, этот аукцион. Вот здесь. Посмотрите. Кулончик вот этот. Вот сертификат, что это настоящий золото и бриллиант. Помните вот этот бриллиант? Вот он, с золотым кулончиком. Ну и набросал бижутерьки. Вот мы понаходили, помните бижутерьку? Это тут серебро, да, тут есть простые металлы, но натуральные камни. Все это описал, правильно описал. Тут чуть-чуть золота есть, тут чуть-чуть, тут пару часов. Ну вот так наклал, один стол наклал, но разложил, во. Один стол, в 2 раза меньше, чем этот, все. И продался этот контейнер за $4010. Минус комиссия с этого веб-сайта $400, получается 10%. $3600 мы получили за этот контейнер. Ну, еще не получили, он завтра приедет заплатить, потому что сегодня банки закрыты, у нас праздник, день Вашингтона. И вот он позвонил, сказал, я завтра сниму деньги. Он уже заплатил $1000 предоплату через веб-сайт. И вот привезет мне 3600 завтра. Я настолько доволен. Вот смотрите, я хотел 2500 за этот юнит. Я получу 2500 за этот юнит, плюс еще будет 11 сотен, чтобы починить стекло. То есть, можно сказать, стекло получилось бесплатно. Я настолько радостный сейчас, я даже не знаю, я не могу это передать, наверное, через камеру. Просто супер, супер-супер-пупер. У меня никогда за столько контейнер не продавался, тем более такой маленький. Там хорошие вещи продать можно, все там нормально. Не знаю, стоит ли это 4000, но я не буду как бы сопротивляться, когда мне заплатят за этот контейнер. Вот такие вот у меня хорошие новости, я очень рад. Очень рад. Пожалуйста, не завидуйте, а если завидуете, только белой завистью. Шутка, шутка, ребята, шутка. Так. Мне нужно вот это запаковать в более, я не знаю, я думаю, нормально, да? Ну-ка посмотрим, залезет он сюда, должен залезть. Нет, это слишком, вот давайте чуть побольше конвертик. Тот слишком такой, в натяжечку. А этот просто будет идеально подходить. О, просто красота. Шикардос. Вот, настроение поднялось. Стекло оплатится, все замечательно и шикарно. 2 паунда, 3 унция и размерчик 12, пусть будет 10, 2. Пересылочка. Так, заплатили $56, бесплатная пересылка. Я плачу за пересылку $10, FedEx. Сорокет получил. Нормально? Нормально. Усек, кстати, продажи немножечко начали подниматься, потому что прошлую неделю вообще мы продавали там 1-2 товара в день. Это было просто катастрофа. Просто катастрофа была. И сейчас получше. Намного лучше стало. Я доволен. Так, здесь мы выставили. Кстати, уже что-то поздновато. Как бы не поздновато, уже время ланчевать. И я сегодня хотел косарол привезти с Женин. И забыл. Косарол, я не знаю, что такое по-русски косарол. Если вообще в России есть косарол. Но косарол такая крутая вещь. Если хотите, прогуглите. Называется кесарол. Вот. Ну, мне его не достанется, потому что там последний остался. И, ну, там мясо, картошка, там все это с сыром залито, все в духовочке. Муа. Но ее съест Макс, это блюдо. Потому что он дома остался сегодня, в праздник, и он не в садике. А я, наверное, сейчас пойду что-нибудь закажу. Что и вам советую. Идите покушайте и возвращайтесь. Или можете кушать, пока смотрите это видео. Погнали. И сейчас постоянная рубрика «Что люди едят в Америке». Как вы думаете, что это?
Это стейк с креветками, брокколи и картошка. Стейк с кровью. Его только так и надо есть. Приятного всем аппетита. И мне тоже. Погнали. Да, ребята, стейк был просто эпичный. Как он по-русски? Бифштекс, а по-английски стейк. И у нас продалась вазочка. Тут зачем меня дернуло вот сюда их поставить? Вот. Вот эта вазочка. Главное не разбить ее до того, как я отправлю. Тиффани продалась за $100 плюс пересылка. Это очень-очень хорошо. Надо ее запаковать и отправить. Не знаю, зачем я ее так затолкал, но Женя говорит, так надо. Тиффани хрупкая вещь, надо запаковать хорошо. Очень много пузырей. Вот, просили работу в шапе. Получите. Вот так я работаю. Не покладая рук. Ну, иногда смотрю какой-нибудь фильм, иногда сплю. Не, если честно, я шучу, я не сплю. О, интересно, если на пол выбросить, разобьется. Давайте не будем пробовать. Теперь нужна хорошая коробочка. И небольшая, но и не маленькая. О, вот это. Сказать, чтобы была подушка. О, давайте вот эти используем. О. И шо? Не, мы не экономим на клейкой ленте, на бумаге, на пузырях или пупырышках, как они у вас там называются. У меня такая философия, как говорится, правило. Лучше я потрачу много материала запаковочного, чем верну дорогую посылку и потом эти деньги потеряю. Правильно? Правильно. Тут даже написано Fragile Porcelain, то есть хрупкий фарфор. Хрупкий фарфор. 3 паунда, 10 унций и, скорее всего, квадратик. 13, пусть будет квадратик. А я смотрю, другой еще контейнер хочу купить. Пока неинтересного ничего не нашел. Сколько стоит у нас пересылочка? $14. 15. Все. Запаковали. Вот, ребята, стекло уже заменили. Классно, новое. И нам, мне повезло, что стекло и от Форда пришло. Настоящее, оригинальное. That the glasses slide on top there. Oh yeah, yeah. I already took mine out when it's broke. Yeah. Вот так, ребята. $1000 и новое стекло. В любое время обращайтесь. Поехали дальше разбирать. Купили мы этот юнит за $200. И надеюсь, за эти $200. А, здесь пусто. Надеюсь, эти полы стоят денежку. Да. Мы купили полы. И один сабвуфер. Ну, я скажу, они не сильно дешевые, потому что. Ты нашла такие? Вроде бы, как бы. Покажи. Они. Ну да, это маленькие, а нас, они большие. А, нет, это они у нас. Есть. Они у нас просто соединенные здесь, Жень. Они соединенные, да. Квадратиками, там каждый квадратик. Ну сколько вот эти? Ну, это рабр. У нас карпитет. Да, 24 инча. Каждая. Да. Сколько она стоит? $18 за одну. $18 за одну. У нас 14 умножить на 2, 28 умножить еще на 2, 56. А там? Там столько же, потому что он такой же полный. 56 квадратиков у нас получается. Если даже их продавать не за $18, а попытаться продать за 10 каждую, 560. Даже уберем 60, чтобы точно. 500. Плюс кейсы, я думаю, с кейсами можно. Я думаю, вот это все $600 стоит. Купили за 200. В 3 раза деньги. Ну, еще сабвуфер там лежит, который стоит долларов. Меня интересует. Кстати, как? Тот сабвуфер непростой, он стоит долларов 50 тоже. Ну вот, тотал у нас здесь сколько? 650. И кондиционер стоит 118. Ты уже проверила, новый или юзанный? А, юзанный. Я думаю, кондей за сотню, это 750. И стол за полтинник, $800. А, еще тот стол тот тоже, стол. Они очень дорогие. Так мы его себе оставим. Нет, нам большой круглый не нужен. Еще этот стол мы продадим еще за 50. $850 с этого юнита. Быстро, за 5 минут. Минус 200 затрат, 650 прибыль. Нормально? А мы ехали покушать. А, мы ехали покушать. Начиналось-то как все? Все так и начиналось. Все, спасибо, ребята. Thank you.
экспромтный контейнер. И на этом мой влог в шапе заканчивается. Поработали, купили контейнер, заработали денег. Мы сейчас, Женька, отдыхать, кушать. И ключевое слово у нас сегодня будет. Ключевое слово — шланг. Мне нравится мы шланг. Это Goodyear шланг. Мы шланг забыли смотрите, показать. Смотрите, какой шланг. Это вообще мощный для шланг. Воды? Да, грязный шланг. Класс. Мощный. Goodyear. Все, ключевое слово — шланг. Я пошел лежать, как шланг.